Привет, ребята! У нас очередной крутой девайс. Он обошелся мне в $45, включая экспресс-доставку и годовую гарантию. Действительно дешево. Как мне кажется, такая цена направлена против других конкурентных новинок на рынке. Однако этот девайс может стать революцией. Что из себя представляет? Портативный девайс, который можно взять куда угодно. Невероятно мобильный. Он проецирует лазерную клавиатуру на любую плоскую поверхность. Подключается к любому гаджету с Bluetooth. Практически ко всему на рынке. Девайс невероятно компактен. У него алюминиевые боковые стенки и стеклянный верх. Также он очень легок. В девайс встроен проектор в верхней части, который проецирует изображение клавиатуры, а также сенсорный датчик снизу, который определяет положение ваших пальцев в пространстве. Очень продумано. Довольно классно работает и при дневном свете, но лучше всего проявляет себя в темноте. Работает очень точно, отлично читается и быстро печатает. Ошибки случаются на удивление редко. И хотя нет отдачи, присущей обычной клавиатуре, тактильная работа с клавиатурой ощущается хорошо. Отличная отзывчивость, а использование ключевых слов упрощает работу. Это значительно удобнее использования встроенной клавиатуры Android, так как не загораживается экран и руки не устают от длительного использования. Лазерная клавиатура намного отзывчивее и, должен отметить, можно управлять практически всем в телефоне, кроме, может быть, игр. Клавиатура впечатляет. Не распознает нажатие очень редко, однако если вы заблокируете сенсор одной рукой, то он не сможет распознать то, что происходит за препятствием. Это происходит, например, когда вы нажимаете две клавиши, когда одна находится позади другой. Это случается крайне редко. Однако при нормальном стиле печатания клавиатура будет очень полезной. Хотя я бы и не стал рассматривать ее как замену обычной клавиатуре, но я знаю людей, которые пользуются ей на постоянной основе. Также это отличный подарок для людей, у которых есть все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал. Увидимся!